Скажите, пожалуйста, вернемся все-таки к вашей семье. Про родителей я как-то понял, а... Про бабушку еще надо. Ну, вообще про близких людей. Вы женаты? У меня есть дети. Так, отлично. Так, и? Я люблю своих детей. Так. И, в общем-то, многие песни мои я считаю детскими. И считаю, вы можете воспроизвести что-нибудь из того, что вы считаете детской песней? Вот куплетик какой-нибудь сейчас прямо, нет? Могу. Пожалуйста. Я ехал в поезде своем навстречу летнему закату. Туда, где чистый водоем, туда, откуда нет возврата. И это детское четверостишье почему? Потому что в нем очень простая рифма. Понятно. Это тезис принимается. Это ребенок может легко заучить это наизусть. Угу. Собственно, Пушкина в школе, когда преподают, где-то со второго класса уже, да, или чуть ли не с первого, «Октябрь ж наступил». Это тоже ведь, Пушкин довольно сложная поэзия, но внешне она кажется, я себя не сравниваю с Пушкиным, но я хочу сказать, что каждый, кто пишет хоть какие-нибудь стихи, угу, должен стараться в меру своих сил, угу, быть Пушкиным в меру своих сил. В меру своих сил. А я ошибаюсь, или вы преподавали литературу? О, да. Я преподавал литературу довольно много лет. Может быть, 10 лет. Угу. И в том числе мне очень часто приходилось эту мысль повторять применительно к современным поэтам. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».